Принципах, которые Ишуа раскрывает в Новом Завете, это принципы Божьего обеспечения в нашей жизни. Мы, как верующие, часто беспокоимся по пути нашего следования за Всевышним: А что нам будет? А во что нам одеться, а что нам кушать, а что нам пить. Но эти вопросы, эти проблемы, они всегда интересовали верующих. То же самое происходило в жизни народа Израиля. Когда народ Израиля выходил из рабства египетского и шел в землю обетованную. Он по пути периодически проявлял ропот. А что нам есть? А в что нам пить? Мы хотим мяса. И вот Всевышний говорит Маше. Я хочу с вами поразмышлять над эту тему. 16 глава книги Исход, 4 стих. «И сказал Господь Моисею, вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. Я хочу обратить ваше внимание» что Всевышний говорит, на этот день, я знаю, сколько вам нужно на этот день. И знаете, Повеление Бога было для народа Израиля, чтобы они шесть дней собирали, а в седьмой день не делали никакой работы, потому что это день покоя. И обещание Всевышнего для своего народа, что он в шестой день позаботится и даст вдвое больше этого хлеба, маны с неба, чтобы народ Божий мог в шестой день наслаждаться общением Всевышним. Но были такие люди, которые не послушали повеления, и они вышли и попытались что-то найти. И в 26 стихе этой же главы написано. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день суббота. Не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. Как это сегодня похоже на нас. Мы, зная повеление Всевышнего, все-таки пытаемся своими силами обеспечить свою жизнь. Но Библия говорит, не заботьтесь. Интересно, что в этой же главе написано, 33 стих. И сказал Маше Арону, возьми один сосуд и положи в него полный гамурманы, и поставь его перед Господом для хранения в роды ваши. И поставил его Аарон пред ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисею. Знаете, интересный вопрос, что же это за свидетельство, о чем должен был засвидетельствовать этот сосуд для народа Израиля, что он должен был говорить, что должно было напоминать это действие. Я хочу сегодня с вами заглянуть в Брит Хадаша, но хочу вам рассказать один небольшой мидраж. Знаете, есть мидраж или толкование еврейское, которое говорит, что Всевышний посылал для своего народа именно то обеспечение, которое нужно было ему на тот день. И это был вкус маны, который нужно было каждому человеку. Если кто-то желал кислого вкуса, он давал ему кислый вкус. Если кто-то желал соленого, он давал соленый. Если кто-то нуждался в сладком, он давал сладкий. То есть Бог действовал индивидуально с каждым на протяжении 40 лет этого исхода. И сегодня, читая Брит Хадаша, мы можем увидеть параллели, которые Ишуа раскрывает чтобы мы понимали, что тогда переживал народ Божий, народ Израиля, нам нужно заглянуть в Новый Завет. Итак, за Ишуа следовало множество людей, и он, общаясь с народом Израиля, говорит, старайтесь, это Евангелие от Иоанна, 6 глава, 27 стих, старайтесь не отпечатать пребывающую жизнь вечную. И народ спрашивал его, а какое знамение ты нам дашь, что это именно ты? Тот человек, за которому мы, которому мы должны поверить, за который мы должны следовать. Вот Маше давал нам хлеб с неба, а что делаешь ты, какое знамение дашь нам ты? На что Ишуа отвечает им? Истина, истина, 32 стих, говорю вам, не Маше дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который исходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. И что же сказал им? Я есть им хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать, верующий в меня не будет жаждать никогда. Я хочу обратить ваше внимание, что Слово Божие – это и есть хлеб жизни. И еще есть этот же хлеб. Он говорит, всякий, кто уверует в меня, поверит в меня, будет почитать мое слово, бодрствовать над моим словом, через молитву, через общение с верующими людьми, я обязательно дам то, что нужно ему. Знаете, когда мы читаем Слово Божие, каждый из нас находит для себя то, что ему нужно именно в этот день. Кто-то нуждается в утешении, Всевышний утешает его. Кто-то нуждается в ободрении, Всевышний ободряет его. Кто-то нуждается в милости через Слово Божие, через отношения с Машехом. Через Его любовь мы получаем то, что нам необходимо именно на этот день. И когда мы размышляем над этим и понимаем, что только через Ешоа, все наши нужды, мы можем понять, что говорил Он в своей нагорной проповеди. Сегодня мы заглянем с вами в Евангелии от Матитьягу, в Евангелии от Матфея, и нам становятся понятными слова Машеха для своего народа. 31 стих 6 главы. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец наш Небесный знает, в чем вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний День сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Мы видим, как эти слова тесно переплетаются с тем учением, которое Маше передавал своему народу. Не заботьтесь, не заботьтесь, Бог знает все ваши нужды, именно те нужды, в чем вы нуждаетесь именно сегодня. Обратите внимание, Он не говорит о прихотях, Он не говорит о наших желаниях, Он говорит о наших нуждах. Это то же самое, что говорил Маше, Бог знает, в чем вы имеете нужду. Не собирайте больше, чем вам нужно. И мы понимаем, что еще пришел раскрыть понимание того хлеба, который Маше даровал своему народу. Через Слово Божие мы сегодня понимаем духовное значение этой маны. Я еще раз хочу обратить ваше внимание, что Всевышний говорит, я не буду обеспечивать ваши приходи. Я не буду обеспечивать э, то, что вам не нужно. Я обеспечу лишь свои проекты для вашей жизни о ваших нуждах. Это то самое свидетельство, о котором написано в книге Исход, свидетельство Божьей любви и Божьей верности, что Бог, Он заботится о своем народе, что Бог восполняет каждую нашу нужду, ту нужду, которая послужит ко благу нашей души. И мы видим верную Божь, верную верность Божью Его слову. И мы видим любовь Божью к своему народу, что Бог, Он знает, в чем мы имеем нужды. И мы сегодня понимаем, что сегодня, как и много-много веков назад, народ Израиля, он нуждался в Божьей любви и в Божьем обеспечении. И эта манна, находящаяся в ковчеге, она свидетельствовала о том, что Бог верный. Сегодня каждый из нас, кто принял Ишо Хамашеха, кто последовал за Его э, Словом, кто открыл свое сердце для того, чтобы ходить его путями, Он питается каждый день этой пищей. Хлеб наш насущный, дай на сей день. Я сегодня вдохновляю и ободряю каждого через трудности и испытания, кто сегодня имеет нужды. И Бог, Он верный. Бог, Он верный. Бог восполнит каждую вашу нужду. И это будет символом и верности, и Его любви. Я благословляю каждого. И пусть сегодняшнее слово, оно даст вам понимание, что Бог верный и не оставляет свой народ. Во имя Ишуа Мессии. Аминь. Отец наш Небесный, во имя Ишуа Мессии, я прошу тебя, всякого, кто сегодня проходит через трудности и испытания, и всякого, кто сегодня сомневается, всякого, кто пытается восполнить свои нужды своими силами, я прошу, приди и благослови, Господь. Ты знаешь, кого как утешить. Кто-то сегодня нуждается в твоей милости, кто-то нуждается в твоей любви, кто-то нуждается в твоем прощении. Я прошу, приди и восполни наши духовные потребности. Не только наши духовные, но и наши физические нужды – потому что у нас есть обещание в Новом Завете, лучшее обещание, что ты знаешь все, что происходит в нашей жизни. Благослови каждого, кто сегодня вкусил этот хлеб, Ишоа Хамашеха, кто принял эту часть в свою жизнь и кто последовал за твоим путем. Во имя Ишуа. Амен. очи наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб нас насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от ука, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.